Володя плывет с Игорем на плоту. Помогает тут делать, чтобы в воде-то не стоять все время. Дальше храм видать. По милости Божией все. В окрестных деревнях нигде храма нету. Ни в Корчине, ни в Урывке, ни в Подсёк. А деревня маленькая наша. Какая деревня-то так? Хутор называют или да. Вот так там мешки с бутылками внизу, видать, у них. Раньше я это сделал, 164 бутылки, кажется. Ну вот, подплыли уже прямо. Вы не простыньте. У вас одежда-то есть щита такая сухая? Там есть. А надо... Вон они подъехали. Меняйтесь оттуда. Все, ступеньки я сделал. А что ты наоборот это? Толстым концом вниз-то надо. Чтобы она меньше... Все, переоденьтесь, это ваше. Да вон, вы зайдите в эту раздевалку-то. Переоденьте, то ветер сегодня такой дует. Простыть проще всего. Володь, а это твое вот это? Да-да-да, одевай. Одену. Идите, разденьтесь, это все высушите, больше не ходите сейчас. Сейчас обедать пойдем. Полностью переоденьтесь и домой. А вы заготовили коль это забивать? Вот они. Ты уприть с той стороны ему, чтобы... А ты, Володя, знаешь, веревочки привяжи его, а я с берега буду держать. А? А? Веревочками привяжите, я его буду держать. С двух концов мы его прищалим, и все. У тебя веревочки-то есть? Тут вот есть где-то, в пинжаке. Ну ладно, тогда сейчас.